Привет, ребята, на канале Бройлер Макс. И сегодня я хочу вам представить новый проект в игре Brawl Stars, а именно рандомные ранги, или можно подменить кучу рандомных рангов, как кому угодно. Проект заключается в том, что я акку часов на свой ранг рандомный. Ранг определяю не я, а колесо фортуны. Сам немножко поиграл на этом проекте, мне проект понравился, мне хочется его очень сильно закончить. Пока что я постановил работу на этом проекте, так как осталось сапом для меня, то не 17 ранг. Ибо набор ранг еще неизвестен. Поэтому так. Ну вот, в принципе, проект аналогичный проекту «Путь рангов». А также сейчас сразу же буду запускать два проекта. А второй проект я запущу чуть-чуть попозже. Так, сейчас у меня просто нет времени, так как я сейчас пытаюсь... проекта. Интересно, начнется потом, так как сейчас максимальный ранг, который мне упал, 21-й выпал на врага. Дальше 22-й, 23-й, 25-й ранг и остальные. В принципе, уже 14-й месяц, это уже хорошо, осталось всего лишь выбить. Осталось выбить на маленьких персов. 11 персов осталось выбить. Персов, я думаю, будет легко, так как еще 3 Дислава. Я не знаю, дадим или нет. Прям так я закрывать не хочу. Возможно, скоро
какие проекты были, ролики либо скрою, либо... Либо завершу проект, либо, может, продолжу их через какой-то промежуток времени. Потому что сейчас не ко всем моим аккаунтам у меня есть доступ. Так как устройство новое. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите еще один ролик завтра.